Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания. Сегодня у нас с вами видеообзор на таймер для варки яиц. Таймер я этот покупала на Озоне в районе 60 рублей. Ссылка будет в описании, точная цена тоже будет в описании. Вот. Таймер на русском языке. Здесь вот видно вкрутую написано, в мешочек и в смятку. Вот также будет в конце фотография, как он выглядит. Что там, как там. Вот. Вот этикетка, что это в Озоне. Вот. И здесь также есть способ применения, который очень написан очень мелким шрифтом. Его фотография будет в конце ролика. Потому что сейчас я не прочту это. Так, 18-го года он в конце. Почти что. Вот здесь прям так вот заклеивают ее. Больше особо здесь ничего нет. Артикул, штрих-код. Вот. И давайте его вскроем. Опа-па-па-па-па. Ну вот он, в принципе, в таком, как яичко. Батюшки, не вскрывается. Сейчас мы отрежем. Или попробуем все-таки хорошее яичко. Ладно. Опа. Так, это убираем. Такой таймер. Их, кстати, существует два вида. Вот у меня подешевле. А есть еще подороже. Не знаю, в чем там разница. Другой производитель, наверное. Вот, в принципе, все видно. Да, он будет менять цвет. Не знаю, что там как будет дальше. Но мы с вами все это проверим обязательно. Будем сегодня с вами варить яички. Главное, потом его не съесть. Вот. Также я по отзывам знаю, что действительно эта штука очень хорошая. Все, кто покупал, им нравится, что действительно она помогает, потому что по себе знаю, вот варишь яйца, вроде отсчитываешь там минуту или две, там, чтобы они получили смятку, я сейчас уже не помню. Выключаешь, они сырые. Да что ж такое? Вот, там чуть дольше вкрутую, все. Это очень приспосабливаться очень сложно на самом деле. Зависит еще от яйца, большие, маленькие. Вот, ну здесь средние. Также все фотографии будут в конце. Я уже об этом говорила вроде бы. Вот, ну давайте его проверим. Работает оно или нет. Так, ну вот наши три яичка. Также мы для них приготавливаем три тарелочки. Вот они подальше немножечко у нас получаются три тарелочки. Так, и теперь мы листочки выложим вкрутую. У нас последний будет в мешочек. Посерединке у нас написано. Мы кладем посерединке. И в смятку. Он у нас самый первый. И сейчас мы будем с вами варить. Включаем огонь. И все. И ждем, наверное. Не знаю, что уж, как там будет меняться. Будем смотреть сейчас.
Так, у нас кастрюля начинает закипать, и, наверное, если вы видите, наши яички становятся не красным, а появляется желтый ободок. Ждем пока. Видимо, вот как раз сейчас будет первый у нас в смятку. Должен, наверное, этот ободок подойти к этой линии. Вам на экране видно, что вот он становится. Видите, желтенький ободок. Сейчас он к делению подойдет. Я буду вынимать яичко. А за это время я в тарелочке, в чашечке, вернее, налила холодную водичку на всякий случай, чтобы она не лопнула. Вот. Ну и чтобы яичко быстрее остудилось. Так, ну вот оно подошло почти. Подошло, что ли, этим пузырям не видно? Подошло. Одно мы забираем яичко. Кладем его в тарелочку в смятку. Ждем следующее. Видите, да, оно прям желтое становится. Сейчас, может быть, пойдет какой-то другой цвет. Или оно будет просто желтеть постепенно. Не видно там ничего. Так, вот она дошла у нас до следующей линии. Так, посмотрим. Да, почти дошла. Выбираем следующее яичко. И теперь ждем. У нас яичко варится вкрутую. Там яичко у нас. Почти доварилась. Все. Сейчас красненький там. Чуть-чуть прям осталось красненькое что-то. Точечка. Ну ладно. Что-то там взрывается. Вот. Ну и все. Вот и все. Оно стало полностью желтым. Прям таки полностью. Вот. А с той стороны красное. Вот оно какое стало. Прям желтое, прижелтое. Такое. С той стороны красным. Я только забыла, какое оно было до этого. По-моему, тоже красное. Так, теперь мы ждем, пока наши яички остынут. И будем их пробовать. Не то, что даже пробовать, а смотреть, как получилось. Ну вот, наши яички остыли. Водичку я слила, они уже подсохли. Немножко не успела я уследить, он уже стал красненьким. Но я сейчас думаю, наверное, в конце ролика я его снова вскипячу, чтобы он пожелтел. И камера постарается, я надеюсь, что она постарается, запишет, каким же образом он становится снова красненьким. Потому что, блин, я приходила, смотрела на кухню, надо было его все-таки с собой забрать в комнату. Но... Ну, как-то неожиданно так раз, хоп, и все. Вот. Ну, в принципе, он не изменился особо. Какой был, такой и остался. Вот, и давайте пробовать. Ну, давайте, наверное, начнем вкрутую. Первое, попробуем яичко это. Потому что хотя бы не растекется у нас. Так.
посмотрим. Немножечко он еще мокренький. Ну, он почти вкрутую, немножечко, видите, желтенькое осталось. Чуточку. Положу его здесь, у меня здесь все чистенько. Все хорошо у меня тут. А в мешочек, мне кажется, наверное, что если даже оказалось вкрутую, он немножечко не совсем вкрутую, немножко вот смятку осталось. Посмотрим, что в мешочек. И еще вдобавок у нас выяснилось, что это яйцо оказалось самым большим. Наверное, хорошо, что он сварился именно в мешочек. Наверное, скорее всего, он как раз получится смятку. Сейчас посмотрим. Попробуем. Ага, вот, смотрите, мешочек называется. Вот такие вот, в принципе, я люблю. Он довольно такой жиденький, но не сильно жидкий. Который, в принципе, его можно поставить, положить. Такой кушать довольно приятно. Так, и у нас третье яичко в смятку. Давайте его будем чистить. Тоже немножко мокренькое. Не люблю просто мокрые яйца на самом деле. Убираем мы, опа, верхушку. Ну вот он, смотрите, он смятку. Причем в такую явную смятку. В принципе, я люблю, знаете, вот что тут между вот этим и вот этим. Что-то немножко смятку, но не сильно такое. Может быть, наверное, надо было еще раз, еще немножко подождать. Сюда его поставим. Да, ну вот она. Ну, наверное, вот да, надо было еще немножечко подождать, потому что следует и тут вот, видите, немножечко посерединке вот осталось сердца небольшая. Наверное, чуточку еще надо было подождать. И как бы здесь он вроде в мешочек, тоже как-то немножечко непонятно чему. И, соответственно, здесь у меня тоже пошло смятку, но мне кажется, смятку должно быть еще немножечко, оно должно было повариться. Вот. Ну, поскольку я варила в таком яичке первый раз, именно ну, с этой вот штучкой, поэтому я не знала. Я, честно говоря, думала, что оно не будет просто вот там с краев там желтеть. Я думала, что раз деления идут посерединке так вот, то будет по этой, вдоль этой шкалы будет какая-то идти, может быть, полосочка, мне так казалось. Но нет, она, оказывается, вон как идет. Вот. Ну, в следующий раз я буду уже ждать подольше, когда она именно дойдет до этой полосочки. Вот. И также оставайтесь на моем, на этом видео. Сейчас я его немножечко снова сварю, дождусь, чтобы оно пожелтело, и камера постарается, я надеюсь, что она запишет, постарается записать, как он отходит обратно. Также кругами, или посмотрим, я сделаю это все
в быстром режиме. Вам не придется ждать целый час сидеть. Ну все, она уже красненькая, покраснела. Вы видели, как она покраснела. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. И всем пока-пока.